Так, ну что, позвонил, молодец, теперь жди. Хорошо. Так, ну что ж, мне пора уже ехать из... Я же адвокат Кости, в конце концов. Вот, блин, он попал. Вот тут бандит, вот я ему. Так, отлично, вот и машина. Садимся. Так. Все, теперь пора ехать. Мне как-то даже не знаю. Ну, по-любому. Ай, девочка, ты что делаешь? Ну, по-любому, Костю не будут сажать в тюрьму. Это просто была драка. Хотя, можно, это была даже драка и на смерть. Так, надо бы встать сюда. Так, 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 так. Так. Так, машинка закрыта. Теперь мне нужно пойти. Костя, так, что-то полицейская не стоит. А, ну у них же камеры, кого они пустят. Так, пора заходить. Я кого-то слышу. Я тоже кого-то слышу. Костя, привет! Привет, Аня. Ну, короче, что делать? Сейчас придет коп. Ну, хорошо. Ладно, я пойду пока. Хорошо. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, рассказывайте. Ну, короче, Костя не виноват, я сразу говорю. Во-первых, я видела, как он, тот преступник, ловился ко мне в дом. Он ломился к вам в дом, да? Да-да. Вы еще поспрашивайте Яшку и Рому. У них тоже есть кое-какие эти доказательства. Доказательства, да. Мне уже говорили про машину. Мне говорили про все улики. Мне также еще про что-то сказали. Ну да, он как-то более подозреваемый. И также, ну, во-первых, ну, расскажите, вот как все начиналось? Ну, я стала его рабом. И, ну, он узнал то, что я привезла Костю в полицейский участок. И это когда день был, когда он был адвокатом Ромки. И я его привезла, поехала в магазин. Потом что было? Ну, рассказывайте. Потом он меня поймал, сделал Костю рабом. И если бы он был что-то не выполнил, то я бы умерла. Ладно, да, этот преступник уже, мне кажется, это он именно виноват. Ну, про Рому и про Костю это можно, но вот про Яшку я не уверен. Слушайте, а какие вам еще доказательства нужны? Ну, там, не знаю, следы чьи-то, я даже не знаю до конца. Так у Кости есть доказательства. Я сейчас его позову, и тогда все решим. Ну хорошо. Ну где же этот Костя? Ладно, его тут подожди. Костя, ну что, где доказательства? Ну вот, сейчас я вам покажу. Так, где-то он у меня был мешочек. Вот, смотрите. Так, ну-ка, так. Помните, у этого преступника были порваны штаны. Вот кусочек. Он находился в магазине, где был Яшка. Дальше. Отпечатки пальцев. Вот, сравните. Вот Яшкина детектив оставил, а вот преступника. Ну, слушайте, вы не знаете, где его убежище? Как же, не знаю. Конечно, знаю. Я же вороболом работал. Короче, где банк примерно находится, там он спустился в вентиляцию, там нужно спускаться, и там вы его найдете. Ну хорошо. Но знаете, мне даже кажется, то, что все-таки вас придется отпустить из тюрьмы, поскольку много доказательств есть про этого человека, и я готов отпустить его. Ну вот и замечательно. Ладно, все, я поехал. Ты тут оставайся вместе со своей Аней. Окей. Так, нужно бы поехать и все узнать. Так, так, я не хотел сидеть. Так, погодите, а где моя машина? Ёлки-палки, так. Так, надо бы... Так, да, все-таки это работает, отличненько. Так. Так, нужно поехать и разобраться. Ну, вот теперь-то все расставилось по своим полочкам.
Теперь-то понятно, кто настоящий преступник. Так, даже машина детектива стоит. Погодите-ка, это разве не он? Так, тут какие-то скучные стены. Нужно бы своровать краску и покрасить. Так, вот это я сейчас не понял. А ну-ка, стой. Погодите, кто вы? Не с места. Вы арестованы. Вас спалили, и вы должны садиться в машину. Подождите, какую машину? Вы о чем? Вы виновны. Быстро садитесь в машину. Так, какую машину? Погодите. Так, сейчас вызвать более жесткую полицию, чтобы тебя вообще на всю жизнь посадили? Нет, а я убегу все равно. Ай, я в двери застрял. Ага, попался. Иди садись в машину. Ну, так получилось. Как, почему вы посчитали, что я виноват? Ну вот смотрите, вот все доказательства на вас. Машина даже детектива стоит. Вы вообще за кого дурака держали? Вот мы все рассказали. Вот гражданин Костя недавно все рассказал. Подождите, а что произошло? Ну не спрашивайте, это вообще-то была не ваша машина. А, да, точно, это же городок Брухэйвен. Полно мистики. Ладно, в мою машину садись. Будь теперь порядок, садись. Ну, придется, да, сесть. Ну что, теперь-то ты точно, как скажем, спалился. Да в смысле? Вы о чем, о ком говорите? Я ничего не делал. Так, в суде все будете говорить. Итак, все. Так, все, приехали, высаживайтесь. Идите сюда. А что будет, если не подойду? Ну, я же сказал. А, ну да, извините, начальник. Все, проходите за мной. Куда это вы? Ну, куда? В тюрьму, так скажем. Как это в тюрьму? Кто говорил? Ну, нашли много доказательств, так что... А где вы вообще? Я вам что, невнятно раз все объяснил? Или мне все-таки сделать то, что я сказал? Да нет, вы чего? Чего? Так, составляем. Гражданин, как вас зовут? Петя. Так, Петя, ну все. Проходи за мной в камеру. Так, здравствуйте, добрый день. Иди за мной. И за что? А из-за того, то, что все доказательства были найдены. Что, какие доказательства? Так, проходите за мной. Идите, идите. Ну, иду, иду. Подходите к второй камере. Ну вот, подошел. Все. Все получается. Вы попались. В смысле, адвоката можно? Какого вам адвоката? Вы сами все это подстроили, адвоката у вас быть точно не должно. Ну погодите. Я сказал все и точка, оставайся тут. Да уж, попал так попал. А я-то думал, что я справлюсь со всем. Да-да-да уж, уже Рома какой день сидим. Какой действительно, помечать же надо. Да, печатает то, что уже, ну где-то пятый или... Вообще, все как-то вообще несправедливо. Не волнуйся, нас все равно скоро выпустят. Костя знает, что делать. Ну что, граждане, теперь уже выпускаю вас навсегда. Подождите, Рома, ты слышал? Да, я слышал. А, ура, ура! Подождите, а посадили настоящего, что ли? Ну да. Ура, Рома, мы свободны. Да, да, да. Рома, ты представляешь, мы уже не в тюрьме. Да, я думала, это никогда не случится. О, смотри, какие люди идут. Погодите, а кто это за девочка? Костя, а я Яшку немножко знаю, а его вообще нет. Познакомься, это детектив Рома. Ну, понятно. Сюда присаживаться? Да, конечно, присаживайтесь, леди. Детектив вот такой элегантный. Так, Аня, ты тут это... Не задумывайся, он просто мой друг. Не, ну, Кость, ну понятно, что у тебя какая-то любовь есть. Кто ты? Я Аня. Аня, меня Яша зовут, а его детектив Рома. Да-да-да. Слушай, я только что сейчас заметил, что у тебя новая машина.
Ну ты и странный. Да не странный я. Я тоже. Ну что, в каком доме тусу будем отмечать? Давайте в моем. Просто мы первый раз познакомились. Я не против. Не, ну раз в дом Ани, то тогда погнали. Да, погнали. Я первый пойду в машину. Чур я сяду. Так, где тут у нас руль за окошком? Надо посмотреть. Так, пока не вижу. Так. Так, ёлки, чё, где? А, так. Так, я не за рулем, да, получается? Окей. Ну, я тогда пойду сяду за руль, получается. Так, вот здесь вот руль, и мне нужно сесть. Ну что, Кость, позволь мне пойти первой. Окей. Так, я сяду, пожалуй, вот здесь. Да, но мне, получается, нужно садиться, так, рядом с тобой. Ну что, вы готовы? Я готов. Я тоже. И я. Тогда погнали.